единомышленники, которые развивают и прославляют сферу спорта, молодежной политики. И на самом деле можно по праву считать, что это одна из самых ярких и активно развивающихся сфер, которые на самом деле прославляют Томскую область. Наш губернатор Виталий Павлович Хаценко также максимально отводит свое время для молодежной политики. Благодаря ему, я считаю, мы непременно достигнем амбициозных, важных задач, которые перед нами стоят. Инициатив талантливой молодежи. А третье – это реализовать